Фестиваль имеет репутацию самого крупного смотра народного творчества на территории Приволжского федерального округа. И это не случайно. Самодеятельным творчеством сегодня увлечены тысячи оренбуржцев. В Оренбурге более 100 тысяч человек заняты народным творчеством, принимают участие в самодеятельности. Очень много талантливых людей, которые делают это по призванию, делают это из-за любви к культуре и искусству. Фестивальные площадки будут работать весь февраль в Курманаевке, Бузулуке, Сорочинске, Александровке и Елеке, а также в других райцентрах региона. Заключительный гала-концерт лучших коллективов и солистов Оренбуржья пройдет 21 апреля в Оренбурге.